Ох, ох, пацаны. Вот реально, отдайте, пожалуйста. Мужики, давайте быстрее, быстрее, мужики. Быстрее. Ну что, дорогие друзья, с вами тут Думбал. И сегодня вот у меня добрые парни. Уже вы их, наверное, знаете. Мы еще с ними были против Рокла выходили еще. Ну вот они меня пригласили, короче, на босса, на паучиху. И вот сейчас вот мы с вами туда отправимся. Я очень благодарен этим парням. Реально хорошие ребята, то, что так вот меня пригласили. Я, разумеется, с пустыми руками пришел, взял своего Рекса. Ну, хоть какого-то. Ну, и попробую хоть малейшую помощь оказать. Хоть малейшую просто. Ну, зато... зрелище вы сейчас увидите. Офигеть. Ух. Мне уже страшно. Так, воу-воу-воу. Она стреляет, да? Так, ладно, мне сейчас тут в этом жарко в своем костюме почему-то. Вау, она больно кусается, да. Надо хотя бы будет сейчас помочь как-то пацанам. Но кусается она реально больно. Слишком больно кусается, я бы даже сказал. Интересно. А стоп, а в чем прикол? Это она сзади? А, это она сзади так бьет. Так, ну ладно, бьет она сильно. Мне получается остается только смотреть, как пацаны работают. В принципе, вот такой вот сюрприз у меня для вас на четверг. То, что вот мы тут бьем босса. Я пытался хоть какую-то помощь оказать, но это что-то плохо выходит. Так, вот так вот не будет жарко. Что-то тут жарко конкретно просто. Почему я не взял с собой это? А, защиту от жары вот. Молюсь, чтобы пацаны сейчас не быстро справились, потому что я просто сдохну. Я сейчас просто скоро сдохну от жары. Этим своими 100 хп. Но бьет она сильно. Я просто ее попытался укусить вот от меня как день. Ебать, копать. Ну тут она ебнула сейчас. Ну-ка, парни, отойдем-ка. Она очень сильно бьет, очень сильно бьет. Моему Рексу не повезло с этим. Вот 9 хп и осталось 3692. Вот она мощная хрень, вообще мощная. Это альфа. Альфа паучиха у нас. Это просто задница. Альфа паучиха, ребят. Альфа паучиха. Вот смотрите, какая у нас карта. Вот тут вот какие-то гнезда у нас тут. Паутинка. Вот работают пацаны. У меня, кстати, ветеранус, можно сказать, такой же, даже уровень немножко повыше надо было. Вот точно надо было ветеранус, пацанам. За ничего не догадался. Подперся по своим рейсам. Ох. Короче, пацаны победили. Офигеть, мне тут так снаряжение надавали. Я просто это польщен. Оставшееся время до...
Так, ну хотя бы меня эта паучиха просто не убила. И то хорошо. Можешь мне тоже слезть. А то мало ли. Чё-то все повслезали, я такой сижу тут. Сейчас у нас отлагает. Ух, ебать. Мой Рекс никак вылететь не может отсюда. Он жестко забаговал. О, мой бедный Рекс, как же он забаговал, а? Блин, вот чё мне так жарко? Вот слишком жарко. Вот реально чё-то слишком жарко. Во, вот так вот. А то что-то умираю. Так. Чё нам открыли? Смотрим, чё нам открыли. Господи, то чувство, когда я ничего не сделал. И получаю халяву. Вот смотри, у меня теперь доступен тег-мостик. Тег-репликатор. Неужели? Ага, тег-репликатор 10. Тег-перекрытие. Один элемент. Вот на все тратится один элемент. Господи, это жить. О, прикольно. Надо будет только собираться как-нибудь у меня элементов поделать, но вряд ли я тут что-то сейчас сделаю. Так, вот тут вот я спущусь благополучненько так. А, это у нас вот такая вот будет с тобой обширная серия, потому что это и бой с боссом, и вот мне такие интересные задания тут пацаны дают. Прям очень интересные. Не, ну самое главное, мне вот что дали, вот сейчас вот мне дали... Дофига открытого тег-снаряжения. Мне это очень нравится, то, что мне дали тег-снаряжение. Не бойся. А, мне даже достижение ВРК дали. Ветеран выживания. Типа, вы одолели первого стража. Хотя я этого не сделал. Ну, неважно. Офигеть. Флаг паука есть. Шляпа ведьмы есть. Скин. Офигенно. Это просто классно. Так, не умереть бы.
что мне сказали? Три яда, значит, пять крокодилов, один диплодок. Три яда, пять крокодилов, один диплодок. Так, ну погнали. Поищем. Так, поищу. Тут-ту-ду-ту-ду. Вот, кстати, если сейчас это видео смотрит парень, я хочу сказать то, что вот реально у меня с яйцами виверн сейчас большие проблемы. Мне бы честью было вырастить хотя бы одну для воровства. Так, вот я уже, по-моему, крокодила заметил себе. Крокодильчика. Ага. Так, крокодильчик. Ух, аллигаторов-то. Вот вижу одного аллигатора. Можно его, в принципе, сейчас будет сожрать. А почему бы и нет? Так, все. Так, кожика прозуха есть. Что там надо? А, 5 крокодилов. Фигачим дальше, смотрим. Я вот сейчас вот просто понимаю, насколько же мой Рекс слаб для боссов. Ну хотя это была альфа-паучиха у нас. Чем позвонок диплодока, да? Я же не ошибаюсь. Идите нафиг. Кусок мяса. Так, давай. Еще покушать. Так, давай. Лопай, лопай, лопай. Вот он меня отталкивает, этот парень. Очень сильно. Ну вообще, в принципе, занятие это неинтересно. Убивать для пацанов по списку трофеи — это реально интересно. Особенно когда ты в этом участвуешь. Это же шанс один на миллион просто попробовать поучаствовать в убийстве босса. Хотя ты много чего делаешь с этим боссом. Так, ну давай, пожирай. Погодите, за уропода. Кого там? Так, 5 крокодилов. А, осталось еще 4 крокодилов, в принципе, завалить. Почему бы и нет? В принципе. Один крокодил. Вот такая вот у нас интересная серия на четверг. Честно сказать, сам не ожидал. Я уже просто честно тебе скажу, я не знал, что сегодня для тебя снимать. Просто вообще понятия не имел. А тут вот такое вот спасение для меня. То, что ура, можно попробовать повалить босса. Попробовать хотя бы. Так, ну-ка, не нагревайся. Слышь? Давай еще штаны сниму. Легче? Вот теперь легче, господи.
как знал то, что лучше мне оставить с собой пустынную одежду, чтобы это мне прохладно было. Так. Так. Крокодилы. Так, пиранька за мной уже идет, весело-то как. Так, давай, идем еще идем. Нереально, а чё там из списка экстрежения? Это вот реально пригодится вот моему трайбу, вот такие вот изучения. Тег турель есть. Тег ботинки, тег шлем, тег седло для мозазавра, твою мать. И это все нужен элемент. А вот элемент... Элемент. Делать мне будет сложно. Потому что для элемента надо будет сходить, сами знаете куда, набираться, потому что так просто мне сейчас элемент не выдали. Так, офигенно, еще 2-3 крокодила надо, 5. Надо 5 крокодилов, еще сейчас поищем. Крокодилов мой Рекс могёт валить. Нереально, он где тут еще? Чё-то не вижу аллигаторов этих. Аллигаторы. Капразухи. В болоте, а еще яд змеи 3, по-моему, вот да, точно, змею еще надо завалить. Вот вспомнил я тут очень кстати. Так, ну иди сюда. Так, он поможет хорошо, хорош крокодил. Так, этот крокодил на нашем щиту готов. А надо еще одну штучку. Все вещи уже свои выложил заранее на Рагнарке. Это, кстати, у меня Рекс с Рагнарка, который там на базе базы, кстати, у нас очень хорошо там развивается. Так, вот змея моя. Аж две змеи. Как хорошо-то. Яд титана Боа 2. Вообще офигенно. С этой еще сейчас выпадет. А, с этой не выпало. Вот это вот. Что ты делаешь? На меня напала орда дилофазала. Офигенно. Так, давай. Хавай их. Отлично, хорошо. Его добьем. А сколько яда? 2 яда надо, 3 яда. Сейчас уже почти собрал свою эту штуку. То, что мне надо. Так. О, крокодил, отлично. Вот крокодила. Сожрать. Напоследок. Капразух готов. Вообще, по идее, это сарказух. Вот ничего не сети-то. Вот, сарказух, я. Это пишет капразух.
5 и еще один яд Титана Боа. Чё-то змеи вот не видно, вот реально не видно змеи. Чего так нужно? Куда делись змеи? Так, игрушка, не зависай, пожалуйста. Реально осталось просто за нее грохнуть, и все. Вот интересно, мне хоть немножечко опыта дали на следующий уровень-то? А то что-то нету опыта, да нету. Обидно. А мне хочется уровень свой повысить. Потому что нам подарили бронтозавра. И, короче, я хочу на этого бронтозавра поставить нам платформу, чтобы у нас был такой дом передвижной. А еще мне хочется какой-нибудь это, моторный бот соорудить, изучить и соорудить, чтобы на айленде у нас плавал моторный бот такой. И все было прикольно. Так, вон, пусть отдохнет. Чё-то змеи вот реально нет. Вот вообще нет змеи. Офигеть, пиявка. Так вот, если ты не видел, перемотай видео. Так, вот что-то там яд пацаны принесли, я думаю, то, что им уже, надеюсь, не нужна Титана Боа. Не, ну потому что вот реально, что-то вот нет Титана Боа, и все с этим. Вот, понимаешь, вот просто нету. Я вот ищу, а ни хрена нет. Так, это что у нас? Фигня какая-то под водой плавает. Господи, вот нет Титана Боа, и все. И все с этим. Ух, так. Тут нет Титана Боа. Вот Титана Боа, наконец-то. Вон, вижу, вон за камнем ползает, за деревом. Сейчас почти дошли. Вон ползает скотина. Так, давай. Эх. Ну иди сюда. Ты чё круги-то наворачиваешь? По всему мощный, да? А чё мне этот яд не дали опять? Офигели! Нужен еще просто последний яд, а мне не дали. Офигенно. Вот просто офигенно. Так, наш что ли кецель? А, ну конечно же, и бинокль свой, точнее лупу оставил.
Хотя какую... О, подзорную трубу, во. Тоже же ведь оставил. Теперь нет ни хрена. Так, давай, пофигачили. Осталось немножко до этой штуки дойти. Пешочком-то. Ух! Спортивненько. Так, давай, давай, давай. Еще походим. А, с тобой че я в обход-то иду? Господи, короче, надо просто дать моему Рексу отдохнуть. Потому что он, оказывается, слишком слабый. Понимаешь, слишком слабый он. Я это осознал сейчас с альфа-паучихой, потому что, господи, ты понимаешь, от того, что ее кусаешь, тебе уже хреново становится. Я ее вот попробовал цапнуть, и мне все, мне пиздец. Просто. Чё-то вот холодно уже персонажу. Все по погоде одел. Все же напялил, все напялил. Так, давай фигачим. Почти дошел уже. Дойду, будет классно. Так, ух. Вот вообще вот с цитаминой плохо. Выносливость 1000. А так тратится как? Хрен знает чё. Вон, может, если его кормить, он будет быстрее восстанавливать. Если вот вообще слезу. Все, погнали. Уже тут, можно сказать, уже дошел. Ну да, так и есть, уже дошел. Вот только тут вот пройти и не упасть. И будет супер. Так, ну что им тут куда давать-то? Смотри, я думаю, они сейчас будут стартовать или нет.
Это он просто про видос спрашивает. Им же тоже интересно, разумеется, как они воевали со стороны. Отец еще как в кадр попал. Где? Вот тут все пацаны, короче. Все офигенные пацаны. Отец тоже пролетал. Вот видели там парень, отец или он еще даже спускался, был ник. Отец Никодим, это да. Это, кстати, вот те самые вот парни, да, вот еще раз повторяю, те самые парни с аберрации. Которые у нас еще нам, короче, помогали на операции развиваться. Ну, теперь вот я, конечно же, стараюсь самостоятельно все делать. Возможно, сейчас скоро буду это... Куда идти? Триста семьдесят третий уровень, а у меня чё? У меня 124. Тык-тык-тык. Вот, да, отца надо заснять вот прям вот вообще. Вот, кстати, вот докажите, у него стильная прическа. Вот кто за то, что вот он выглядит офигенно, напишите в комментарии. Отец вообще отпад. Не то, что я вот... Вот кто я, бородатый. Так, ладно. Может, мне надо тоже становиться, не знаю. Скорее всего, мне тоже надо становиться, как... для съемки. Спрошу сейчас, можно ли мне еще посмотреть на это, на такой эксклюзив, так сказать. Ту-ту-ту-ту. Вроде пристроился немножко. Это вот помните, ходили на Роклова, вот у меня было еще качество, конечно, самого видео похуже. И мало того, я не смог в то время снимать с голосом со своей веб-камерой, потому что вообще не запланированный поход был, но
я успел, поэтому вот вы видели еще наш поход на Рокхолл. Эх, вот все-таки вот жалко мне мою вот эту виверну, помнишь прошлую серию, да? Я тоже была в четверг. Вообще вот очень жалко. Я ее вот вчера ночью, в час ночи, я ее почти спас, понимаешь, почти спас. Я уже был готов на грифоне погружаться и свистеть. И прикол в том, то что я только начал спускаться, и уже грозовая виверна 10 уровня, вот просто огненную 233 левела сжарила. Ты понимаешь, 3 дня моя огненная виверна держалась, 3 дня. Нормальные цифры, да? А мы все возьми или кто-нибудь. А мы все не могли спасти. У тебя мясо кончилось? Потому что у нас не было грифонов. И хорошей подготовки. Я пытался одним своим грифоном спасти, но... меня спалила грозовая виверна. Это было жестко. И я не хотел еще одних таких проколов, но даже при помощи Караса я не успел. Карас вышел из игры в это время, я решил все-таки один рисковать, опять идти на риск, но как ни крути, не вышло. Вот в этом-то и была вся обида. Сейчас бы полетал. Эх, ладно, не будем говорить о грустном. Сейчас у нас все круто будет. Возможно, при помощи грифонов будем ловить виверны, получать с них молоко. Разумеется, я пацанам хочу еще как-то дать топовых яиц, если потом смогу все-таки натырить их. Я, кстати, вот не понимаю, а в чем польза вот этих мегатериев? Вот у меня есть один мегатерий на выжженный. Ну я вот просто не понял, вроде бы они этот хитин хорошо собирают, но для чего они в походе на босса сейчас? Если кто знает, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, потому что я, можно сказать, не понимаю еще. Так, сейчас они еще пойдут. На босса свой. Вот у нас вот такой вот прикольный флажок. Ух, они уже погнали, пацаны. Давай еще что-нибудь посмотрим, что у нас есть. Дофига так снаряжение нового. Это вот очень классно. Сынок на мозазавра так снаряжение. Наклонные крыши, лестницы. Жаль то, что я еще не скоро смогу
эту штуку сделать. Но все равно, самое главное, открыли, получили достижение. Ух, где мой Рекс? Вот мой Рекс. Вау, 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 пацаны, пацаны, спасите, спасите, спасите. Мне уже достаточно плохо. И больно, кстати. Достаточно больно. Давайте хоть снимок сделаем. Так, ладно, вроде попытался что-то снять. Превьюшку тебе. Так, давайте, пацаны. Не рассчитываю на вас. Может, что-то сниму будет получше. Вроде умираю, нет. Так. Ну-ка, еще можно как-то куда. Буду выбирать лучшие кадры. У меня перегрев, вот запомни, вот ее, вот ее логово вот в этом присутствует перегрев. Вот у нее тут что есть. Вот так вот она выглядит, вот все ее логово. Вода всякая течет, пауки нападают проклятые. Ух, говнюк. Зачем я сюда пошел? Вот я дурачок. Я реально дурачок. Моего Рекса уже никто не спасет, да? Вот я дурачок, да? Будет и так. Ух, слил я Рекса, лол. Не-не-не-не, вот, ох, ох, пацаны. Вот реально, отдайте, пожалуйста. Мужики, давайте быстрее, быстрее, мужики. Быстрее. Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Лол. Бег. Так. Все бывает, как сказать. Соберу-ка. Ох, не везет мне сегодня, ребят. Не везет. Слил я все-таки своего Рекса. Хороший Рекс был. Ладно, не суть. А, я понял, не так люди, наверное, насекомых. Так, ну вот так вот у нас вот идет бой. Уже почти загасили они. Красава. Ну ладно, мой Рекс это не суть. Рексов у нас много, поэтому не суть. Вот так вот выглядит. Эх, ну вот не успел я сделать кадр. Хороший кадр был.
нас же еще эта обезьяна есть. Заклейми обратно. Иван, обратно заклейми. Попром. Ну, судя по всему, парни уже, наверное, у нас тут расходятся. Такие вот, короче, походы на босса веселые. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был Тутумпаут, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Господи, если получится плохое видео, больше не позовем. Короче, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, надеюсь, вам понравилось видео. Ну, короче, ждите новой серии Aircast Wild Wolf. Всем до скорых встреч, дорогие друзья. И всем пока. Ну да, всем пока.